Всероссийское совещание руководителей ведомственных проектных офисов собрало на площадке в Саранске 58 представителей различных регионов России. Многие подключились к дискуссии в формате онлайн. Главная тема обсуждения – национальный проект образования. Мордовия выбрана площадкой для такого масштабного семинара-совещания не случайно. Наша республика уже не первый год участвует в национальном проекте образования. Благодаря нему создается новая инфраструктура. Идет модернизация образовательных учреждений. Строятся и ремонтируются школы. Дети получают возможность заниматься в точках роста и кванториумах. Заместитель министра просвещения России, администратор национального проекта образования Татьяна Васильева дала свою оценку выполнения национальных проектов в нашей республике. Перед поездкой в любой регион, конечно, все сотрудники министерства смотрят результаты, смотрят справки, смотрят перспективы текущего года. И нужно сказать, что показатели прошлого года республики достигнуты полностью и по качеству, и по количеству. Работа этого года идет в плановом порядке. Республика везде в зеленой зоне. Надеемся, что никаких срывов не будет. И, в общем, наверное, мы вместе с вами и жители республики, самое главное, смогут оценить эти результаты 1 сентября, когда откроются новые сущности, новые красивые классы, новые лаборатории в школах. На семинаре обсудили промежуточные итоги реализации нацпроекта, определили основные векторы работы на будущий год, обозначили приоритетные задачи. Одна из них – оснащение школьных лабораторий и мастерских современным оборудованием. К 2024 году этот процесс затронет практически каждую школу страны. Ученики смогут реализовать себя как в науке, так и в творчестве, расти социально активными. Для достижения этих целей необходим обмен опытом между регионами. Мордовия готова и делиться наработками, и перенимать результативные инициативы. Мы очень внимательно анализируем, держим ориентиры на другие регионы, чтобы не ошибиться и быть в тренде. И сегодня, и вчера участники семинара дали хорошую оценку. Что касается команды Республики Мордовия, мы настроены на все основные тренды участия и достижения конкретных результатов, которые перед нами ставит в Рио главы Республики Артем Алексеевич. Также участники семинара осмотрели Центр образования Тавла, оценили условия, в которых обучаются дети, посетили музей имени Эрзи и побывали на обзорной экскурсии по Саранску. Валерия Никитина, Денис Ноздрюхин, «Народные новости».